Tem muita faixa de sal agora. Sim, mas. Está apertado aí em cima, não? Tá. Sim. Os dois? Sim, sim, está. Alicate corte. Пока ехали на Лиазоне, у нас потекло масло. Сейчас механики разбираются, меняют помпу на коробке. Я надеюсь, успеют до старта. Хорошо, что заметили вовремя. Будем надеяться, все обойдется, все успеют. Отремонтируемся и сейчас на старт, в бой. Olha, eu vou pôr o carro. Было очень сложно, машина уже не тянула, потому что датчики сбрасывают мощность, то есть ограждая машину от перегрева. То есть датчики показывают, что температура завышена, а температура завышалась, потому что воздух был в системе, естественно, она не остужала двигатель, и мозги машины, компьютер бортовой машины сбавлял мощность, а в дюнах без мощности это вообще страшно, поэтому мы дюны прошли на честном слове, это было очень сложно дюны проходить. No problem. Push throttle, it's not possible to the protection. It's protection? Машин разбитых было немного, там просто проблемы у людей. Там у кого-то что-то сломано, кто-то едет, кто-то медленно едет. Поэтому как бы спецучасток достаточно тяжелый был. Опять солнце в зените, практически ничего не видно. Где гребень, где воронка. Вот прямо по ощущениям только едешь. Небо ловишь, как-то в 2D, наверное, как-то видно все и все. Сначала немножко было тяжелое, пыльное, а машины пошли, ну, 30, тем более 36 там стартовали, друг за другом в пыли тяжело было. Да, паровозиком, и еще друг другу никто дорогу не давал. И вот самый опасный этот качкарник, пошпешер, пыль такая, направление ветра опять меняется, тяжело было. Потом, в принципе, всех немножко обогнали, вышли вперед и уже спокойно пошли.
хороший день. Для нас очень хороший. Сегодня с самого старта, несмотря на тряску, все-таки мы не настроили амортизаторы, как хотели. Несли, сломя голову, устали сильно, но протряслись как следует, машину вытрясли. Хотел показать сегодня наш темп, который возможно. Я еще не знаю результаты, но мы обошли много машин. Я думаю, что подпрыгнули в таблице. Посмотрим. В общем, тяжелый очень трек. На самом деле тяжелый. Очень пыльный, твердый, ухабистый, плохо видимый. И, конечно, мешают машины, которые меньше темпом, они загораживают все. Пылевые туннели не дают возможности обходить. А если немножко вильнуть, можно в промойну попасть в такую, что доставать никто не будет.